Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я долго думал, как же начать рассказ о героине моей очередной легенды. И, наконец, я понял, что лучше это сделать честно и просто, так как она сама всегда и поступала. Итак, приступим. Она родилась в Брюсселе 4 мая 1929 года и умерла 3 недели спустя. Вы не ослышались? Сердце будущей принцессы экрана остановилось. Там, наверху, наверное, сомневались, стоит ли отпускать невинную душу на грешную землю. Прежде всего, надо ли это самой душе? Время уже истекало, когда небеса все же смирились. Они отдавали Одри Хепберн, надеясь, что люди разумно распорядятся этим сокровищем. Сегодня мы узнаем, оправдались ли надежды провидения. У войны вкус тюльпановых луковиц и травяного хлеба. А у победы – английских сигарет. А еще все это – вкус детства Одри Хепберн, сошедшего на нет в годы немецкой оккупации Нидерландов. После развода ее мать, урожденная баронесса Элла ван Хемстра, вернулась на историческую родину из Бельгии. Жили они с дочерью Эддой в городе Арнхеме. В детстве легкая воздушная Эдда ван Хемстра сумела добиться некоторых успехов в балете. И вот она мечтает стать примой, танцевать сольные партии. Ради исполнения мечты мать баронесса везет дочку в Англию, в школу балета к прославленной Мари Рамбер. Сказка, да и только. Посещая школу бале Рамбер, Эдда убедилась, что второй Марго Фонтейн или Анны Павловой из нее не выйдет. Не прекращая посещать уроки балета, она начала искать себя в другом. Скажем, она с удовольствием рекламировала модные шляпки, участвовала в показах. Неожиданно ей предложили работу в ночном клубе. Итак, новое ревю Сесиль Ландау «Татарский соус». Прошу вас, дамы и господа, юная баронесса ван Хемстра Хепберн Растон, это ее полное имя, выбрала музыкальное шоу и превратилась в Одри Хепберн, это сокращенное имя. Когда татарский соус приелся зрителям, его поменяли на пикантный. Это следующее шоу Сесиль Ландау. И неизвестно, в каком бы еще соусе могла появиться задорная улыбка и хрупкая фигурка мисс Хепберн, если бы танцовщицу не заприметил постановщик эксцентрических комедий Марио Дзампи. В фильме «Дзампи» Хепберн произносила одну единственную фразу «Кому сигарету?». Но вот такая штука. После этой фразы всем мужчинам в зрительном зале, даже не курящим, мучительно хотелось закурить. В фантастическом мире кино свое пребывание Одри Хепберн начала с мелодрамы «Грех молодости». Потом была комедия «Рассказы молодых жен». Все в ее жизни закрутилось с бешеной скоростью. Одно за другим Одри получила сразу 3 заманчивых предложения. Предложение выступить в главной роли в спектакле «Жижи». Предложение от киностудии Paramount сняться в лирической комедии «Римские каникулы». И предложение руки и сердца от лорда Джеймса Хэнсона. Спортсмена, офицера, да и просто красавца. Надо было выбирать, но как? И сцена, и кино, и семья одинаково занимали мысли Хепберн. Поэтому она решила принять все 3 предложения сразу, надеясь, что жизнь сама все расставит по местам. Одри пересекла океан и оказалась в Америке. В поездке 22-летнюю актрису сопровождала мать. Что касается лорда Хэнсона, то он, чтобы чаще видеться с невестой, перевел свой офис в Канаду. Оттуда ведь, как вы знаете, рукой подать до Манхэттена. Как только встал вопрос о театральной карьере, Одри настоятельно рекомендовали взять псевдоним, чтобы не вызывать путаницы с великой Кэтрин Хепберн. Однако настоящие леди родовыми именами не разбрасываются. Итак, первое время Бродвей украшали афиши, где значилось «Жижи» с участием Одри Хепберн. Затем появились другие афиши «Одри Хепберн» в роли «Жижи». Ну а говорят, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Еще как меняется.
Такая реклама свидетельствовала, что Одри стала настоящей бродвейской знаменитостью. В общей сложности «Жижи» выдержала 217 представлений. Между окончанием театрального сезона и вылетом в Италию, где должны были начаться съемки фильма «Римские каникулы», оставалось всего несколько часов. Собирая чемоданы, Одри никак не могла отделаться от ощущения, что она забыла о чем-то важном. Но о чем? Ах да, жених! Хепберн посмотрела на часы. Нет, к жениху она не успевала. Действовал естественный отбор. Итак, «Римские каникулы». Одри попала в самую, что ни на есть, звездную компанию. Уильям Уайлер, режиссер фильма, Грегори Пэк, исполнитель главной мужской роли. Актриса даже испугалась. Впрочем, опасения ее были напрасными. Голливудские звезды вели себя по-джентльменски, что, впрочем, не мешало Пэку иногда разыгрывать партнершу. Вот, допустим, как в этой сцене, где Пэк притворяется, что ему откусили руку. Уста правды. Легенда гласит, что если ты солжешь и положишь руку туда, ее откусят. Это не было предусмотрено сценарием. Грегори просто решил напугать свою партнершу. Ну а камера тем временем совершенно случайно работала. Новости. Новости Paramount рассказывают вам о визите принцессы Анны в Лондон. Тысячи британцев приветствуют прелестную юную представительницу одной из старейших правящих европейских династий. Триумф «Римских каникул» позволил Одри заключить взаимовыгодный 7-летний контракт с Paramount Pictures. Голливуд открыл новую звезду, писали газеты. Принцессу среди звезд. Магическую, элегантную, экзотическую. В довершение всего Хепберн выдвинули на премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Пока дирекция студии раздумывала, как наиболее выгодно применить талант сверхновой звезды, Хепберн сама разыскала сценарий под названием «Сабрина» и буквально влюбилась в него. Ну еще бы, как можно не влюбиться в историю Золушки, пусть и перенесенной в 20 век. «Шоколад и сказки» неизменно возглавляли список предпочтений Одри Хепберн. Первый, правда, вредил здоровью, ну а вторые в конечном счете приводили к депрессии. Сказки – это ведь только сказки. Хвалебные статьи отмечали необычную внешность Одри, ее умение быть естественной перед камерой, ее чистоту запретной женщины. Хепберн не принимала эти льстивые речи всерьез. Чем больше писали о ней, тем неувереннее чувствовала она себя под прицелом фотокамер. Слава, успех сами по себе мало что значили для нее. Актриса не переставала считать, что все эти почести отпущены ей авансом. Закончив съемки «Сабрины», Билли Уайлдер по обыкновению стал едко отзываться об актерах, с которыми ему пришлось работать. Ну а когда очередь дошла до Одри Хепберн, режиссер выдержал тревожную паузу и сказал: «Одри, именно с этой девушкой я хотел бы оказаться на необитаемом острове. Но не для того, о чем вы все подумали. Просто когда она рядом, жизнь перестает быть безрадостной». Да, никогда еще Билли Уайлдер не был так близок к сентиментальности. Никто, правда, не уточнял, хотела ли Одри Хепберн оказаться на необитаемом острове с мистером Уайлдером. Скорее всего, нет. Она предъявляла к мужчинам очень высокие требования, и потому до поры до времени была одинока. Незадачливый жених лорд Джеймс Хэнсон уже давно не принимался в расчет. В 1953 году на одной из домашних вечеринок Грегори Пэк познакомил скучающую Одри с актером-интеллектуалом. Это был Мел Феррер. Оба театралы, им есть о чем поговорить, подумал Пэк. Но, как выяснилось, не только поговорить. 25 сентября 1954 года Одри Хепберн и Мел Феррер сочетались браком. У Мэла это была уже четвертая свадьба. После церемонии и импровизированной фотосессии он отвез молодую жену в прелестное уединенное местечко в горах.
Через месяц райская идиллия закончилась. Одри Хепберн предстояла работу над ролью Наташи Ростовой в эпопее «Война и мир», экранизацию которой предпринял продюсер Дино де Лаурентис усилиями режиссера Кинга Видера. Де Лаурентис утверждал, что Одри – единственная, чей талант способен без потерь перенести на экран образ Наташи. Актриса наотрез отказалась сниматься без мужа. Лаурентис и Видер утешались только тем, что Феррер со своей одухотворенной задумчивостью, возможно, справится с ролью. Основной акцент авторы делали на военные баталии и главную героиню. И вдруг, как гром среди ясного неба, Хепберн беременна. Но об отмене съемок нет и речи. Одри приступила к примерке узкого платья для сцены первого бала Наташи, сама не понимая, к чему это может привести. В марте 1955 года у Хепберн произошли преждевременные роды. Позже актриса призналась, что в тот период она хотела отказаться не только от фильма, но и от жизни вообще. А когда Одри впадала в депрессию, решение за нее принимал муж. В тот период он категорически отказывал режиссерам, предлагавшим Хепберн серьезные роли. «Моей жене, — говорил Феррер, — сейчас нужна легкая роль, без меланхолии, за приличные деньги». «Миллионы людей обожают вас, потому что в их глазах вы символизируете невинность, чистоту. Что они скажут, когда узнают, что вы замужем, что вам 24 года и что у вас ребенок?» «Плевать, мне нужен ребенок». «А мне надо, чтобы вы снимались в кино, а не то я разобью вашу карьеру». «Плевать мне на карьеру». Принцесса экрана буквально ожила на съемках музыкальной комедии «Забавная мордашка» в 1956 году. Там она и пела, и танцевала, что называется, в свое удовольствие. Ко всему прочему, у нее был такой партнер, о котором можно было только мечтать. Великолепный Фред Астер и в 57 лет продолжал оставаться кумиром женщин. Также стоит помнить, что костюмами актрисы занимался кутюрье Юбер де Живанши. Во многом благодаря ему Хепберн станет иконой стиля. К моменту съемок фильма «Любовь после полудня» с участием благородного ковбоя Гарри Купера Одри Хепберн находилась в состоянии перманентной занятости. Она опять стала нерегулярно питаться и похудела аж на 7 килограмм при ее скромном весе. Старая баронесса Хьемстра привезла дочери гору шоколада, но Одри даже не взглянула на этот курган калорийного блаженства. Постепенно ее худоба избавилась от эпитета «изысканная». Актрисе определенно нужна была встряска или бифштекс с жареной картошкой. Встряской послужил момент, когда Хепберн посмотрела на себя в зеркало и первое, что увидела – острые выпирающие скулы. Кошмар! Что подумает о ней Гарри Купер? Она и без того панически боялась играть в паре с такой знаменитостью. В первый съемочный день она заметно нервничала, пока дело не дошло до эпизода, где они с Гарри должны были танцевать фокстрот. После нескольких тактов Хепберн поняла – легендарный Купер не умеет танцевать. Едва она осознала, что хоть в чем-то превосходит само совершенство, волнение прошло. Между тем, Мел Феррер с трудом скрывал раздражение по поводу высоких гонораров жены и ее возрастающей популярности. Она в десятке самых элегантных и известных женщин мира. Того и гляди, Феррера станут называть мистер Хепберн. И однажды Феррер в тихий семейный вечер посоветовал супруге почитать на ночь историю монахини. Актриса была так потрясена эмоциональной борьбой героини сестры Люк с различного рода искушениями, что загорелась экранизировать это произведение. Конечно, восстание против обета смирения, целомудрия и аскетизма – это ли не близко было и самой актрисе в тот момент? И зачем муж нашел такое странное ночное чтиво? И вот критики на все голоса стали восхвалять драматический талант Одри Хепберн в фильме «История монахини». «Мы оперировать начали в 5 часов утра. Теперь уже полночь. При
Приступив к съемкам в вестерне «Непрощенная», Одри Хепберн обнаружила, что опять ждет ребенка. Съемки проходили в Мексике. Жара, пыль, грязь. Условия не слишком подходящие для беременности. Но Хепберн не отказывается от работы, полагаясь на покровительство Всевышнего. Однако у того, вероятно, были свои резоны. Однажды актриса упала с лошади и сильно разбилась. Рентген обнаружил 4 сломанных позвонка и растяжение связок. А считанные дни спустя Одри Хепберн потеряла 2-го ребенка. Сказать, что актриса превратилась в тень самой себя, это ничего не сказать. Ведь актриса находилась на гребне славы. Но, тем не менее, она даже слышать ничего не хотела о кинематографе. Мимо нее прошли такие грандиозные проекты, как «Клеопатра» или, допустим, «Вестсайдская история». Всевышнему определенно следовало что-то предпринять. И вот, наконец, в 59-м году Одри Хепберн благополучно родила мальчика, который вернул ей интерес к жизни. Она снова захотела сниматься. Первым фильмом после длительного перерыва стал «Завтрак у Тиффани». Здесь Хепберн сыграла довольно необычную для себя роль девушки легкого поведения. Сейчас это покажется странным, но на роль Холли Гоулайтли планировали взять Мерлин Монро. И взяли бы. Однако как раз тогда Монро постигала премудрости актерского мастерства у знаменитого Ли Страсберга, мэтра американской театральной школы. Ну а мистер Страсберг сразу заявил: «Я не позволю моей ученице играть девочку по вызову. Это ниже ее достоинства». Но что было ниже достоинства заводской девушки из Лос-Анджелеса, прекрасно подошло голландской баронессе. Да, господа, никто не осмелился назвать Одри Хепберн пошлой или вульгарной. Видимо, правда, плохих ролей не бывают, бывают только плохие актеры. «Завтрак у Тиффани» стал уверенным свидетельством о возвращении звезды на голливудский небосклон. Одри чувствовала себя вполне счастливой. С ней были успех, ее сын Шон, йоркширский терьер мистер Феймос, и опять она что-то упускала. Что бы это могло быть? Скорее уже кто? Законный муж Одри Мел Феррер. Он уже не управлял ею, как прежде, и оттого закатывал Одри истерики. Но если она и уступала, то лишь тогда, когда это не противоречило ее желаниям. Сыграть Элизу Дулиттл в мюзикле «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу актриса мечтала не один год. Но и представить себе не могла, что за это ей заплатят целый миллион долларов. Однако уже на съемках Хепберн постигла разочарование. Несмотря на ее желание все делать самой, ее песни дублировала певица Марни Никсон. Хорошо, хоть танцевать-то не умела. Будь вы джентльмен, предложили бы мне сесть. Ведь я вам даю заработать. Пикеринг, посадить это пугало или выбросить в окошко? Жми, Дувр, тащи свою задницу! Критика же приняла фильм весьма сдержанно, но вопреки этому Хепберн все же номинировали на «Оскар». К сожалению, она проиграла. Баснословный гонорар за участие в фильме «Моя прекрасная леди» ускорил распад ее брака с Феррером. А довершали крах образцовой по голливудским стандартам семьи удачные роли Хепберн в фильмах «Как украсть миллион» и «Двое в дороге». После развода Одри по обыкновению замкнулась в себе. Авантюрную комедию «Как украсть миллион» режиссер Уильям Уайлер задумывал своеобразным продолжением «Римских каникул». На роли влюбленных дочери мошенника и детектива он пригласил Одри Хепберн и Грегори Пека соответственно. Пек отклонил предложение, сославшись на тяжелый эмоциональный кризис. Его заменил Питер О'Тул. А я вас не узнал. Что-то у вас появилось новое. В свою очередь, Одри, которой было немногим легче, не стала разочаровывать Уайлера. На съемочной площадке она пыталась абстрагироваться от постоянных ссор с Мелом Феррером. Спустя месяц после получения документов о расторжении брака, друзья актрисы сошлись во мнении, что ей все-таки требуется помощь психиатра, который бы вывел ее из депрессии. Хепберн и впрямь помог врач, итальянский аристократ Андреа Дотти.
Только встретила она его не в клинике, а во время морского круиза. Легкий флирт в результате привел Одри Хепберн под венец. И началась новая жизнь. Стремясь стать идеальной сеньорой Дотти, Одри переехала на Апеннинский полуостров и прежде всего научилась готовить для мужа спагетти. Присланные сценарии тем временем откладывались в сторону. К тому же у нее родился еще один сын, Лука. Автограф, пожалуйста. В начале 70-х годов по Италии прокатилась волна террора. Печально известные красные бригады угрожали расправой над влиятельными людьми страны и их семьями. Как нельзя кстати подоспело предложение сняться в приключенческом фильме вместе с Шоном Коннери. Актриса немедленно забрала детей и отправилась на съемки картины «Робин и Мэриан». Этот фильм по мотивам легенды о Робин Гуде принес ей новую славу, тогда как детектив «Линия крови» по роману Сидни Шелдона заметно пополнил счет в банке. На так называемой спагетти-вечеринке, которую устроила съемочная группа фильма «Линия крови», Одри удивила всех. Когда Лайза Минелли произнесла тост в ее честь, актриса от переизбытка эмоций вскочила на стол и принялась отплясывать джайв, ловко лавируя между тарелками с макаронами. Леди развлекались. Ди, мон амур, эту бельжу у бретон, румен, дануа, летон. В 1981 году Одри подала на развод с Андреа Дотти. Их союз союзом уже не являлся, пустая формальность. Ей вполне хватало общества детей и стареющей матери. Актриса почти не принимала приглашений, предпочитая уединение в саду своего дома. Тишина, свежий воздух и розы благотворно влияли на ее расстроенные нервы. Перешагнув порог 50-летия, Хепберн стала принимать активное участие в благотворительной деятельности. За 5 лет работы в чрезвычайном фонде помощи детям при ООН она совершила более 100 поездок в неблагополучные страны. Тяжело, потому что я видела страдающих от голода детей. А радостно? То, что молодые, энергичные, любящие жизнь люди, целые нации объединяются ради помощи. Это хороший знак. Но Одри Хепберн все еще получала сценарии от режиссеров. Ее ответ был отрицательным. И все-таки однажды она нарушила свое уединение ради фильма с символическим названием «Всегда». Одри сыграла ангела, встречающего душу летчика на пути в загробный мир. В каком-то смысле это был знак. Одри позвали обратно. Может быть, еще и потому, что она сама была готова уйти. Принцесса грез растратила всю свою любовь на жадную до чужих эмоций кинокамеру. И еще больше на людей, которым Одри Хепберн искренне симпатизировала. Она скончалась 20 января 1993 года на 64-м году жизни в маленьком швейцарском городке недалеко от Лозанны. В этот тихий холодный день плакали даже мужчины. Ну что здесь можно сказать? Пожалуй, только то, что уже сказано задолго до меня святым Августином. Господи, я не спрашиваю тебя, почему ты забрал ее, но благодарю за то, что ты ее нам дал. And here in the gloom of my lonely room, we're dancing like we used to do, making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow, making believe it's you. Oh.
Thank you.